Уютный уголок белорусской природы, сосновый лес и чистейшее озеро. Комфортабельные условия проживания в номерах уровня 4 и 5 звезд. Самое современное, уникальное медицинское оборудование и оздоровление под контролем специалистов. Все это санаторно-курортный комплекс Плиса. Теперь в Витебской области можно получить качественный европейский отдых с заботой о здоровье. Расположилась здравница в Глубокском районе, на берегу живописного озера Плиса. Для ее строительства была выбрана оптимальная рекреационная зона. Здесь максимально задействованы все климатические факторы. Помимо природных красот, на территории комплекса Плиса находятся свои источники минеральных питьевых и бальнеологических вод, по своим полезным свойствам, не уступающих, к примеру, водам курорта Юрмала. Также для оздоровительных процедур используются собственные сопропилевые грязи. Это четвертый их источник на территории Беларуси. Основные профили санаторно-курортного комплекса Плиса – заболевания опорно-двигательного аппарата и заболевания тазовых органов. Полноценно отдохнуть и укрепить свое здоровье здесь может любой желающий. Санаторий собрал лучших специалистов медицины, а оснащение этой здравницы – исключительно современное оборудование ведущих мировых и отечественных производителей. Водогрязелечебница оборудована на уровне лучших европейских курортов вроде Баден-Бадена. Ванны минеральные, минерально-жемчужные, бромные, хромотерапия, гидромассажные ванны, комбинированная гидромассажная и сухая углекислая ванна, четырехкамерные контрастные гидрогальванические ванны, грязевые обертывания, различные типы душей, гинекологические орошения, подводное вытяжение позвоночника и многое другое. В кабинетах физиотерапия, оборудование для магнита и вибротерапии, установки бесконтактного массажа с хромотерапией, локальной криотерапии, лимфодренажа, ударно-волновой терапии, а также аппараты электролечения и высокотоновой терапии. Конечно же, в перечне процедур нового санатория – массажи и спа-терапия. Для полноценного отдыха и расслабления – бассейн с зонами гидромассажа, джакузи и водопада. Комплекс из трех типов бань – турецкий хамам, финская сауна и традиционная русская баня. А также установка искусственного солнца, которая позволит получить только полезные лучи. В санаторно-курортном комплексе Плиса разработаны собственные оригинальные программы оздоровления. Уникальную медицинскую базу дополняет качественное питание, местные экологически чистые продукты и специально разработанное меню. По показаниям врача, это определенные диетические столы, а также домашняя авторская кухня для всех отдыхающих. В санатории есть собственный кондитерский цех. Для комфортного проживания каждый гость санаторно-курортного комплекса Плиса может выбрать номер по вкусу и по масштабу. В главном корпусе 164 номера разных типов. Для более уединенного отдыха комплекс на 84 места из одно- и двухэтажных коттеджей. Санаторий оборудован элементами безбарьерной среды, включая специальные номера. Общая площадь всего комплекса Плиса составляет более 20 гектаров. Сам санаторий построен в духе неоклассицизма и напоминает о дворцово-парковых ансамблях Беларуси 17-18 веков. Очертания главного корпуса, состоящего из трех зданий, соединенных отапливаемыми галереями, с высоты птичьего полета напоминают очертания утерянной белорусской святыни – креста Ефросинии Полоцкой. Историко-культурной составляющей отдыха в такой живописной местности с богатым наследием, собственными легендами, также стоит уделить внимание. Отдыхающие могут посетить древние белорусские города Полоцк и Глубокое.